Муравленковцы присоединились к окружной акции «Вместе против ВИЧ». В сквере Ямальском активисты приняли эстафету от Пуровского района и передали ее волонтерам Салехарда. Подробности в сюжете Инны Борисовой. Десятки муравленковцев, представители сферы образования и культуры, собрались в сквере Ямальский, где приняли эстафету «Вместе против ВИЧ» от Пуровского района. Ямальский сквер неспроста был выбран местом проведения встречи всех неравнодушных муравленковцев. Ведь именно он олицетворяет собой единство арктического региона и сплоченность его жителей. Что такое вирус иммунодефицита человека, как с этим жить и как не заразиться? Врачи и аудитория говорят открыто о болезни. Сегодня на учете Муравленко состоят 188 человек с диагнозом ВИЧ. Только в прошлом году выявлено 12 новых случаев. А в целом на Ямале с таким диагнозом живут более 3000 человек. Если посмотреть по гендерному составу, то 7 мужчин и 5 женщин. Как мы уже сегодня в процессе обсуждения говорили, что сейчас преобладает половой путь передачи ВИЧ-инфицирования. И женщин становится практически столько же ВИЧ-инфицированных, как и мужчин. То есть настороженность по ВИЧ-инфекции должна быть. Рассказали медики о путях передачи ВИЧ-инфекции и как проверить свой статус. Здесь же работал и мобильный пункт тестирования. Анонимную проверку прошли 52 человека. На этих мероприятиях мы узнаем статистические данные, которые приводит доктор, да? Мы узнаем теоретическую информацию, пути передачи инфекционных заболеваний. И также можно бесплатно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. Такие мероприятия нужно проводить чаще, рассказывать гражданам нашего с вами города, страны о передаче, каким образом передается ВИЧ-инфекция, как развивается, что нужно делать в первую очередь. Для закрепления полученной информации все активисты прошли тест на знание о ВИЧ-инфекции в игровой форме. Когда отмечается Всемирный день профилактики СПИДа? Финалом мероприятия стала видеопередача окружной эстафеты «Вместе против ВИЧ» следующему муниципальному образованию Ямала, городу Салехарду. Здоровый! Я здоровая страна! Инна Борисова, Антон Иванов, новости Муравленко.